нашего студента, нашей школы, Кристина Сарксян, которая много раз играла на этой сцене, которая показывала, мы наблюдали за ее ростом творческим, за ее победами, достижениями. Это наше творческое население нашей школы, потому что она первая, я не помню за свою историю, чтобы кто-то поступил из нашей школы сразу в Парижскую консерваторию. Тем более национальную, где она сейчас окончает блестящую. И, конечно, я очень счастлив, что она согласилась провести мастер-класс, который познакомит нас с французской школой. А на мой взгляд, это одна из самых лучших школ, не только фритовых, но и фритовых, это и гобойных. То есть Париж все-таки это есть Париж. И я очень рад, что сегодня Кристина порадует нас своим выступлением. Я очень надеюсь, потому что я ее знаю много лет и как бы восхищаюсь ее способностями, талантами, трудолюбием. Невероятной вот такой целеустремленностью, которая приводит всегда к успеху. Так что слово Кристине. Есть уже подопечные? Да. Да, мы подготовили подопечных роликов фейнтовок. Так что, кто первый? Да. Нам интересно, конечно, чтобы именно с маленькими Кристина позанималась, передала свой опыт. Потому что от этого зависит еще потом все дальнейшее развитие детей. Вот. И так, чтобы они превратились потом уже в настоящих музыкантов. Ну, начнем у нас ученик 4 класса, Вишневский Артем. Пергалинги, концерт, сольную группу, первая часть. Thank you.
что мы сожрали. Самое главное, это совершенно мелочи. Дыхание. Тебе часто какое-то дыхание или часто какое-то дыхание? Как вы над этим работаете? Учишь свой концепт болезни, как над этим работаешь? Потому что так все было. Thank you.
массаж. Опорная. Да, опорная, которая, возможно, в музыкальном плане совершенно не опорная, но после которой лящи по пальцам вывернутся в нужное русло. И это проверяется обычным способом. Массаж играется в темпе, в котором он должен выиграть, и останавливаешься в любой из этих нот. То есть, там, не знаю, ну, вот по принципу ремифасуля, то есть, да.
занимаешься, чтобы его достигнуть. Иногда он все получается. Вот, должен. Представь его, должна получаться. То есть, если не разыгранная, в любом случае, ты на 100% не получится. Но попытайся вот его представить и сыграть. Очень много дыхания, маленькая дырочка. Поэтому я что не зажимайся. Просто маленькая дырочка, здесь много концентрации, представляешь звук, короче, почему раньше на ногах. Thank you.
мать или там место городского. Сделаем. Полностью готовы, чтобы это сделать. Thank you.
самом начале зима пропустила. Я слышу твои оба неизвестные. Thank you.
Донов.